зачем, как ты думаешь, церковь для маленьких детей? Ну, чтобы дети поняли, что их бережет Господь Бог и хочет, чтобы они, чтобы у них все получилось, чтобы их охраняла святая душа, святые ангелы, чтобы их добро несли, чтобы Господь Бог их любил, оберегал маленьких детей. Они с 4 лет приходят, и это надо видеть. Я всегда умиляюсь, смотрю, как они делают попытки креститься, кланяться. Там все это очень трогательно, очень мило. Но им это очень, все очень нравится. Поэтому ограничений у нас нет. И наоборот, только старшие им могут поправить, подсказать, как правильно ручкой проводить, как покреститься правильно и так далее, и так далее. Они все вместе. Иногда спрашивают, как понимает то или иное обычный верующий. Вот слово «обычный» он немножко даже пугает, потому что, когда видишь живых людей, они все необычные. Вот так, чтобы представить обычного верующего, даже сложно. Наверное, человек взрослый, он больше к вере идет от ума, да, от представлений, ну, от своего жизненного опыта, от того, что он читал, от того, что он наблюдал, общался. Наши ребята, они больше ощущают веру некой интуиции. Приходят в храм, ведь мы их сюда насильно никого не приводим, и им здесь хорошо. Иногда даже взрослые немножко, ну, как-то удивляются, то есть их спрашивают, а что ты понял? А они вроде, может быть, многое не расскажут, чего они поняли, но им здесь хорошо. Я вообще отказник. Наверное, не всем известно слово такое «отказник». Потому что, когда человек отказывается полностью, родственники... У нас здесь в интернате есть проживающие в отсеке, которые, кстати, тоже являются как бы брошенными детьми. У нас в 1994 году двоих воспитанников детского дома отправили в ПНИ. Я сам вообще не знал, что это такое, не имел представления, что такое ПНИ. Спустя много лет уже, когда мне исполнилось 19, я попал в психиатрическую больницу. У меня была принудка, потому что я совершил кражу. Просто почему? А потому что нельзя прожить на пенсию одну. Это невозможно. Я попал чисто случайно в ПНИ, потому что, ну, Николай Степанович, заведующий 29-го отделения, Степан Скворцов, говорит такой: а куда я тебя дену? Тебе все равно некуда идти. Куда ты пойдешь? У тебя никого нету. У нас дети поступают в детский дом с 4 лет. Они все получают начальное профессиональное образование, но с большим нежеланием работодатели их принимают на работу с опаской. Проходит какое-то время, и они нам звонят и говорят: огромное спасибо, ваши дети дают фору детям из семей, потому что они настолько обязательны, настолько они аккуратны, настолько они трудолюбивые, исполнительные. Проживаю в ПНИ 4 года. За это время я успела привыкнуть к этому месту. Интернат после домашней жизни... И еда не та была, и отношения со всеми складывались довольно сложно. А сейчас я привыкла уже, и мне кажется, что это у нас одна большая семья. Церковь мне очень помогла, во-первых, привыкнуть к тому, что я не дома, и все равно раз в 2 недели мы ходили в церковь, молились, причащались. У меня была мечта. Я много лет курила и хотела бросить. Если говорить о церкви, то идея о том, что у нас должна быть домовая церковь, возникла у ребят, у старших. Потому что мы с ними ходили в собор Петра и Павла,
И я являюсь крестным отцом многих детей. И мы их там крестили в соборе Петра и Павла. Они говорили, как было бы здорово, если бы еще у нас в детском доме была церковь. Буквально с открытия церкви 25 лет назад мы начали заниматься и организовали так называемый духовный хор у нас. Хор, который практически ведет всю службу. И у нас в гостях была духовная академия-семинария. Часть службы вел хор академии духовной, часть службы – наши дети. И наши дети достойно все это провели, не хуже. И они у нас лауреаты и международных, и городских конкурсов, в том числе и по духовному пению. Вдохновение – вот у нас название нашего этого хора. А тогда, когда я пришла сюда, действительно было желание помочь этим детям, поделиться тем, чем я владею словом, делом, поддержать. И, конечно, я уже была православной христианкой, я пела в церковном хоре и закончила регенское отделение, уже была дирижером церковного хора. Но когда я сюда пришла, я об этом не думала. У меня было одно желание – чем я могу им помочь. Про кого рассказать? Максим, про тебя? Или Ира, про тебя? Вот где Наташа Самохина? У нас Наташа Самохина плохо совсем говорила и двух слов связать не могла. Сейчас она поет прекрасно, излагает свои мысли. Вот. И Ира у нас, и Максим, и Юля уже с самого начала нашего коллектива. Чего, храм же он не просто так построен, для чего-то же должен. Не просто же люди старались и делали, столько усилий прикладывали. И наше творчество тоже не зазря. Не было социальной поддержки. У меня практически не было ни пенсии, ничего. Когда действительно есть нечего, пойдешь на любое преступление, лишь бы насытить свое чрево. И вот когда я пошел на кражу икон, это... Причем я совершал не одну кражу. Я пел в детском хоре в Александро-Невской лавре. Вот, и матушка говорит, что почему ты не приходишь на спев? Я когда зашел в алтарь, меня уже из алтаря прогнали. Сказали, дико ты нам не нужен, потому что употребляешь ненужные препараты, вообще ругаешься и прочее. Зачем ты нам нужен такой? Приходят людей очень-очень много, со всех отделений, много-много людей, даже места в другой раз не хватает, что даже просто яблоку некуда упасть. Но чтобы побеседовать с батюшкой, послушать песнопения церковные, молитву почитать. И чтобы это быть с надеждой той, которую считают нужным, что Бог всегда с нами, и Он от нас никуда не отвернется, если мы будем верить в это. Наша проживающая с первого отделения Федорова Татьяна очень часто приходит к нам в мастерские изготавливать свечи вместе с некоторыми другими девочками. Татьяна может полностью повторить процесс изготовления свечей, начиная от обматывания веревками форм до окончания, до заливки. Сначала смазываю мылом, кисточкой. Ей не требуется вообще никакая помощь. Татьяна ходит регулярно. А некоторые девочки при помощи художников, при помощи руководителей кружка только могут свечки сделать. Татьяна это делает самостоятельно.
Потом закрываю фомну и ментальнее закручиваю. Потом приступаю к воссу. Чтобы восс растопить, плита, чтобы разогрелась, была горячая. Потом восс, чтобы был горячий, это растопился. Потом даю остужаться. Нет, я делаю от души. Помогаю просто Господ помогаю Богу. Прихожане церковь потом относят. Прихожане приходят и зажигают свечи и ставят песочек. У Бога прощения просят. А за что? За окаяние. Мне попалась самая старинная икона – это Воскресение Христово. Воскресение Христово, она лежала на налое. На налое – это аналой, это такое возвышенное место, где возвышенный столик, на котором лежат образа. И в этот день людям нужно было праздновать этот праздник, этой иконе. Нужно было праздновать этот праздник, этой иконе. Ну, а там… Что в итоге? Я взял, подошел, открыл киот, вытащил икону. Медленно-медленно ушел, положив за пазуху при этом, и медленно ушел. И Оля, что ты думаешь? Через какое-то время я поднимаюсь на платформу. Это станция Лисий Нос. Там церковь, князь Владимирская церковь такая была. Вот. И что ты думаешь? Я поднимаюсь на платформу, и менты бегут с автоматами. Я думаю, все, крышка, все. Я думаю, все, накрыло, все, это уже крах. Это уже. В итоге я начал про себя молиться. Ну, а как можно молиться, если ты берешь чужое, тем более у Бога берешь, и при этом еще и молишься. Ну, вот этот страх, разрывная часть не может соединиться одно с другим. И как бы вот я как бы полностью подавлен в этом во всем был. Когда приехал первый раз в интернат, у меня было желание покончить жизнь самоубийством. Ночью встал, взял удавку и пошел. Никого не было, самое главное. Вот, знаешь, Оль, мы бы сейчас с тобой здесь не разговаривали даже, если бы оказалась веревка прочная. Потом я нацепил на себя, а оказалось, я просто взял веревку с куртки. Там внизу для куртки веревочка специальная такая, чтобы затягивать куртку. Вот, и ну что, в итоге взял, а потом, главное, пролежал, провисел секунд, наверное, 10, упал, вот так на полу лежу, и уже не захотелось. Но меня сила Божия остановила. Поставила великую пропасть. Чтобы показать просто, что такое добро и зло. У нас на территории строится храм во имя человека Алексия Божьего. И я хотел сказать, потому что многие придут к этому обители, многие осознают, многие будут исцеляться. И от всяких недуг, болезней, скорбей. И многие придут к этому. И Господь приведет всех нас к вечному блаженству и на путь свою вечному маме. А это я икон на продажу рисую. Мне платят за них минимальное количество денег, но я стараюсь, я становлюсь как художник. Это вот один фактор. И второй фактор, что я излучаю деньги какие-то на курево, на кофе, у меня деньги. А это Мать Богородицы. Я с удивлением узнала от заказчицы, что ей в монастыре сказали, что существует, значит, такой сюжет, как Анна, Святая Анна, или там Пресвятая, я вот не помню, которая держит на руках Богородицу. Вот такой интересный сюжет. Я такой никогда не писала. Где-нибудь в картине повторю обязательно. Две женщины, две женские категории, значит, это самое обязательно, очень интересно. Я хотел показать вот этот образ.
Казанской иконы Божьей Матери. Этот образ был написан 2 года тому назад по благословению одного батюшки, который сюда приходил. А вот представьте себе, если бы я был бы на воле, мне попался бы такой же образ живописный, что бы я с ним сделал? Конечно, я бы его украл бы. А сейчас вот так получилось, что Господь сподобил меня, что мне как бы уже самому приятно смотреть на то, что создано руками человеческими. То, что для меня этот лик, я его, во-первых, никогда уже не продам. Казанская икона Божьей Матери – это заступница детей-сирот. Ну да, церковь, люди, которые ходят в церковь, они меняются на глазах. Те, которые не могли себя нормально вести, они научаются слушать службу, не мешать другим, потому что некоторые поначалу разговаривают. А потом я пожил и попал в Красное Село. То тоже там пожил год и поступил я в проспект Ветеранов. А в Красном Селе церковь была? Не было. Но если бы в Красное Село построили бы церковь, я бы мог бы и в Красном Селе церковь ходить. Я узнал, когда построили церковь в Красном Селе, я очень рад. С помощью администрации, милостью Божией, мы решили построить отдельно стоящее здание храма на территории социального учреждения, в котором мы сейчас с вами находимся. И с нашим переездом в новое здание храма Сережа уже является полноценным алтарником. Приходит раньше батюшки, уходит позже батюшки. Вспоминая, каким я увидел Сережу, когда познакомился с ним в интернате, каким я знаю его сейчас, спустя уже почти 6 лет, то это, ну, если не 2 разных человека, то 2 абсолютно не похожих на себя человека. И для наших ребят это, безусловно, стало очень важным, знаковым местом. Приходя сюда, общаясь друг с другом, общаясь с Богом, общаясь с настоятелем, с батюшкой, они преодолевают свои страхи, тревоги, проблемы, становятся теплее, добрее, становятся друг другу ближе, открытие. Для них это крайне важно, и они всегда к этому стремились. И даже когда у нас еще не было храма, в общем, приходили в такую маленькую комнату для моления, и всегда им там нравилось, и народу становилось все больше и больше, желаний у них было все больше. И вот теперь, я надеюсь, эти желания будут удовлетворены, и ребятам нашим будет хорошо от этого. Пусть будет больше храмов для больных с расстройствами психики и другими болезнями. Все-таки для них это очень важно, а для нас еще более важно, потому что мы тем самым жертвуем для них. И своим благосостоянием, и своим вниманием, и служением им. Да будет так. Аминь. Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. Ветерок удаленький, дождик маленький, и задвое огня, воскресенье вербное, завтра стану первая до святого дня. Важно отметить, что вопросы важности, актуальности вопросов веры, религии ранее не поднимались в широком смысле. В документальном кино, в средствах массовой информации.
Однако именно религия, именно вера дает возможность нашим подопечным, пациентам социальных учреждений, домов ребенка, психоневрологических интернатов, центров инвалидов, дает возможность поверить в доброту, поверить в милосердие, поверить в волшебство, поверить в божественную невероятную силу. Это дает им уверенность в себе. Это позволяет им поверить в том, что они не беспомощны, они нужны. И самое главное, ничто другое, как вера, как религия, не помогает обрести им смысл их жизни. Фильм «Особенно верить» — это о религии в разных культурах разных народностей и о том, как это важно. Религия, вера является основой для поиска целей, смыслов в жизни и является поддержкой, возможностью реализации в социуме инвалидов. Этот фильм о том, что в силу различных мировоззрений и индивидуальных опытов важно уважать разнообразие взглядов и подходов к религиозности инвалидов и не приписывать им единственную модель решения проблемы.